Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 58, тема «Молитва». Как так может быть, что в одно мгновение молятся на всей земле тысячи людей, и Бог их всех услышит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Интересно было бы посмотреть на Соломона, если бы дали ему в то время мобильный телефон, телевизор и компьютер и прочие достижения техники. Через какое время он вошел бы в них, поверил в их реальность и сумел бы освоить? Если бы тогдашние войны представился случай разрешать современными средствами. Но это сравнение человеческие во временных стадиях. 1 Коринфянам 2.13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Наше представление о Боге и сегодня в большинстве случаев находится на уровне первобытного человека. Свойство Божие выражается пока только в словах, но не в разумении того, что они из себя представляют и содержат в себе. Римлянам 11.34. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Что говорит нам Библия о Боге? «Он не сотворен». Бытие 1.1, Исход 3.14, Иоанна 5.26, Римлянам 11.25-26. Бог есть Дух. Второзаконие 4.15-19, стихи Иоанна 4.24, 2 Коринфянам 3.17, Евреям 12.9. Не видим. Исход 33.20, Иов 9.11, Иоанна 1.18, 1 Иоанна 4.12, Евреям 11.27, 1 Тимофею 1.17. Непостижим. Иов, 5 глава, 8-9 стихи. Псалтирь 138.6, 144.3. Исаия 40.28, Матфея 11.27. Предвечен. Исход 3.14-15. Исайя 14.12, Иеремия 10.10, Римлянам 1.23, Откровение 1.4-8. Не изменяем. Числа 23.19, Малахия 3.6, Лука 21.33, Иакова 1.17, Беспределен, Третье Царство 8.27, Вторая Паралипоменон 2.6. Псалтирь 138, 7 по 10, Римлянам 11, 33-36, Бесконечен, Псалтирь 101, 26 по 28, 1 Тимофея 1, 16, Евреям 1, с 1 по 12, Вездесущ, Иов 28-24, Псалтирь 138, 7 по 10, Притчи, 15 глава, 3 стих, Иеремия 23-24, Евреям 4-13, Всеведущ, 1 Царств 2-3, 3 Царств 8-39, Марка 13-32, Римлянам 11, 32 по 35, премудрость, Иов, премудр, Иов, 12, 13, 37, с 10 по 24, 1 Тимофею, 1, 17, Ефесянам, 3, 10, всемогущ, Бытие, 17, 1, Второзаконие, 10, 17, Иов, 37, 23, Матфея, 20, 19.26, Римлянам 1.20. Все благ, Исаия 54.10, Наум 1.7, Марка 10.18, Римлянам 2.4. Свят, Исход 15.11, Левитам 19.2, 22, 32, 1 Царств 6.20, 16.10. Исайя 6.3, 40.25, Осия
11:9, Лука 1:49, 1 Петра 1:16, Откровение 4:8, 15:4. Всеправеден, Псалтирь 144:17, Исайя 30:18, 45:19-25, Римлянам 1:17-18. Истинен, Второзаконие 32:4, Иеремия 10:10, Иоанна 3:33, Откровение 19:11, справедлив, Псалтирь 7:12, 49:6, 2 Тимофею 4:8, един, Второзаконие 4:35-36, Исайя 44, 6 по 8, 45:22, Иоанна 17:3, 1 Коринфянам 12, 5 по 6. Троичен в лицах, Исайя 6:8, 48, 16-17, 2 Коринфянам 13:13, Ефесянам 2:18, Творец мира, Бытие 1:1, Исайя 45, 8, с 5 по 8, Иеремия 32:17, Деяния 4:24, 17-24-26. Промыслитель, 1 Царств 2:6 по 9, Иов 34:21, Псалтирь 112, с 5 по 7, Матфея 6 глава с 25 по 34 стихи. 10 глава с 29 по 30. Римлянам 8:27, 8:27. Хранитель, Псалтирь 124. Верный, Второзаконие 7:9, 1 Коринфянам 1:9, 10:13, 1 Фессалоникийцам 5:24, 2 Фессалоникийцам 3:3. Ревнитель, Исход 34:14, Второзаконие 6:15, Наум 1:2. Долготерпелив, Исход 34:6, Псалтирь 102:8, 2 Петра 3:9, Римлянам 15:5. Много милостив, Исайя 34, 6 по 7, 55-7, Иеремия 9:24, 2 Петра 3:9-2, Коринфянам 1:3, ненавидящий зло, Псалтирь 5:5-6 стихи, 33:17. Аввакум 1:13, Иоанна 3:36, Римлян 1:18, Ефесянам 5:6. Наказывающий неправду, Иеремия 5:7-9, Евреям 2:2. Огонь поедающий, Второзаконие 4:24, 2 Царств 22:9, Исайя 33:14, Евреям 12:29. Хотящий спасение всех, Иезекииль 18:23, 31:32, 33:11. Слава Божия. 1 Царств 29:11, Псалтирь 182:2, Исайя 42:8, Иоанна 11:40, Откровение 21:23. Бог есть любовь. Исайя 49:15, 66:13, Иеремия 31:3:20, Сафония 3:17, Малахия 3:17, Матфея 5:45, 7, с 9 по 11, 1 Иоанна 4:10, 16, Евреям 3:13, 5:6. Свет, Псалтирь 103:2, Исайя 60:19, Аввакум 3:4, Иоанна, 1 Иоанна 1:5, нетленный, Римлянам 1:23, 1 Тимофея 1:17, любовь Божия, явленная в Иисусе Христе, Иоанна 3:16, 1 Петра 1:3, Римлянам 5:8, 8:27 по 39, Ефесянам 2:4-7. Из Библии с приложением Гетце, страница 56, 55-56.